Проспали. Бежим. Проспали, говоришь? Ну и что? Зато лучшие места займем. Очередные вседворовые соревнования собак состоятся осенью. От нашего двора выступит он. Ха, только его и не хватало. Правда? Правда, правда. Он еще и медаль получит. Не получит. Получит. Я его натренирую. Так сидишь? Дожил, коты его тренируют. На место! Все ясно. Займемся бегом и дыханием. Дыши ровней. Рули хвостом. Теперь прыжок. Замечательно. Еще бы чуть-чуть. И от тебя бы ничего не осталось. Да. К бревну. Лучше помог бы. Теперь прыжки в высоту. Возьмет. Не возьмет. А я говорю, возьмет. Барьер. Я говорил, возьмет. Стой. Спортсмен. Кто? Я. Ты! Начнем все сначала. Как сидишь? Да не так. Что я говорил? Ну-ну, второе место возьмем. Не возьмет. Возьмет. Взял. Ну что, третье место наше. Смотри, не упади. С меня хватит. Я пошел. Нет уж, ты меня извини. Таких тренеров, как я... За хвост и на крышу. Стой, 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 стой. Правильно говорит. Что, неудачники? Вот! Вот он где! Не тронь его! За спасение утопающих.